И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение и куча подписчиков зашло. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Ну что, Димон, давай, покажи, что ты там накачал. Так, давай посмотрим. Все нас больше и больше в каждой игре. Так, вот это... Это... Димон, что это? А, это робот-ходунец. Ходунец. Да ну легче, очень быстрый. Один движок и так мощно тянет. Прикольный механизм. Иди сюда, давай я тебя подорву. Мочи. Назад могу. Да не стреляйте, не надо, я не стреляй. Не ломается, смысла нет. Тыщ. Прикольная шняга. Классный чувак. Да я похожу чуть-чуть. Ты теперь хочешь походить. Ой. Ого. Ладно, она была хотел. Китайская поделка. Оригинал не взрывается так. Че, Димас, хочешь походить? Давай. Давай. Ходи. Потом давай, я... залази. Во. Ой, пошагал. Меня чуть не запахал. Погнали. Отлично. О, почти, робота настрою, чтобы больше не... А ну сделай больше обороты. Так, стой на месте, пока не двигайся. Сейчас упаду. И погнал. Я как в мультиках, знаешь, это показывают, когда быстро начинает лапами шевелить, не успевает. Видел такие. Это динозавр. Это собака, это волчара, Димон. О, прикольно, так шагает, это мопс. Питбуль. Отлично, шагает вообще нормально так, уверенно, походочкой. Какие-то у него копыта стрёмные. Ого. Кто взрывает все? Добиваем. Так, ладно, минус кошечка. Подписчики все взрывают. О, это с Майнкрафта. Ой, что-то подвисло, Димон. Это он что-то решил робот полагать немножко нам. Ну да. Не, робот, иди отсюда. Ты лагающий кусок говна. Фу, говно ты, робот, воняешь. Были ускорители и все равно лагало. Так, отойдите, сейчас будет большая постройка. Отхожу. Так, бегайте. И вот, ставлю. Ого. Вот большая постройка. Надо подножки ставить, потому что мусор лежит. Да, ставьте подножки. Короче, по две ножки ставим. Ого, это здоровый замок, я даже сначала не понял. Ничего себе, кабан. Да, замок. Все, давайте, выходите. Бросай. Так, бросай. Здесь не будут лагать. Раз, два, три, погнали. Отлично, Димон. Так, вот, тут лесенки есть такие вот специальные, Димас, на которых прыгать можно. Во-во-во, смотри. Иди сюда. Вот вижу. Они. Попрыгал, да? Да, поднимаюсь на самый верх. Как жабка. Так, давай. Вы, на самом верху. Ну чё, как тут высота хорошая? Ну, ветер дует. Хотя не дует. Ну да, подувает тут. Вот, а, уже я упал. Так. Может, это с какой-то игры или нет? Не, просто замок такой классный. Воу, началось, мне это нравится. Уже я тоже хочу повзрывать. Поехали, Димон, давай. Взрываем замок, минируем. Это я взорвал замок. Давай, Ярик, рада такой. У нас миссия, нам нужно ограбить корабль. Короля нам нужно ограбить. Ого. Тут слишком жадный король. Какой-то звук идет, ограбить. Слышите? Да. Ой-ой-ой, все трясется. Воу, мои динамиты повзрывались. Ого, вот это. Вот это там падает кусок, смотри. Во. Я такие люблю постройки. Только это чуть... робот. Робот-падалка. Просто падающий робот. Не падает. Ого, у него шестистволки, два штуки. Так, вон Майкл Джексон. Ой, прикольно. Пошло, ничего поехал, себе ты лупишь, Димон. Эпичный робот, мне он нравится. Опа, назад. Ай, больно в ноге. Воу, Димон, неожиданно. Офигеть. Ну ты можешь, ну ты псих. Все, пока. Удачи. Удачи вам. Стреляйте по нему. Он равновесие держит, там датчики стоят. Да я, Димон, на нем полетаю. О-о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 
летать. Я понял. Во, я просто иду. Вот я включаю их.
Как бы в невесомости иду, прикольно. Так, отключаю. Становимся ровно и полетели. Не надо, Димас, тут зажимать не надо, просто нажми вот так вот, да-да-да. Во. Отлично, мне нравится, как он левитирует. Так, вот это что у нас? Это у нас турелька. О, Димас. О, я могу и крутить. Не, Ярик, не надо взрывать, подожди. О, у нее скорость маленькая. А ну, Димон, сделай, чтобы она быстрее стреляла. Сейчас мы все сделаем, не бойся. Какая-то, как она, инвалидка. О, Димон. Это я. Вот это там скорость бешеная. Так. Все на максимуме. Ого, у этого чувака тоже пулемет у сталкера. Все, Димас, теперь попробуй. Да такой он себе слабо стреляет очень. Вправо-влево там покрути, если горел. Медленно. А, да, давай. О! Вот это скорость, Димон. Ну такое себе, нормально. Отлично. Дайте что похимичу, что-то еще что-нибудь. Ты что тут стреляешь? Гонщик нелегальный. Значит, на всей скорости. Удалил, а, блин. Вот это карусель веселая. Кто присел, молодец. О. О, давайте, отправляйте в космос меня. Слабаки. Крепкая пушка, Димон. Не смогли меня отправить. Так. В общем, есть такой классный домик, только для него нужно места очень много. На! Давайте. Давайте мою постройку посмотрим. О! Сейчас Ярик покажет свою постройку. Подожди, сначала мы тут посмотрим этот домик шикарный. О, тут какой-то особняк для какой-то элиты. Идите сюда, я подвал нашел. О, тут лифт есть. Я подвал какой-то нашел. Ого, тут крыша открывается. Нормально. Классно. Мостик. Что это вообще за дом такой странный? Для бассейна, что ли? Так, а это что у нас тут? А тут у нас какая-то пещера. Так, пещера. О, рабочая. Пещера. Это подвал. А, это нычки там всякие. Так. О, это получается можно сбежать из дома, если там накрыли тебя, короче. Да там и хаос на карте устроили. О! О! Хорошо. Сейчас взрыв будет мощнейский. Воу. Вот это разлетелся дом. От нее эти крыша. Взрывы оптимизировали, теперь не так лагает, как раньше. Сейчас я добью дом, подождите, сейчас я его добью. Нормально. О. Отлично. Красава, Ярик, молодец. Так. Добиваем. А я люблю по бочкам стрелять. Отлично. Теперь моя постройка. Давай, Ярик, показывай, что ты там настроил. Что у тебя там за постройка? Надо показать сначала танк или воздушный шар. Ну ты ж любой поставь, что ты там хочешь нам показать такое. Самое интересное. О, так это джет миллион тысяч. Джет. Давайте я вам двоим поставлю. Так, давай, я, короче, поехал. О, Ярик, оно летает у тебя? Оно полети. Ставь рядышком такой же. Ярик, Димон, смотри, оно летает. Оно плохо летает. Как-то стрёмно летает. Нормас. А видно, не тянет. Заходим все вовнутрь. Так, он как-то плохо очень летает. Не, все-таки взлетает, Димас. Да? Да. Я вижу. Класс. Мы нормально, тащим. Высоко очень. Я на ступеньках буду стоять здесь. Сейчас упадешь. Не. Ярик, молодец, классно построил шляпу. Картонка. О, падает. Стреляем, папа. Обстрел! Нам плохо! Кто стреляет по нам? Пацаны стреляют, нормально, мы летим, Ярик, летим! Улетаем отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, получай, вот это град чувака насыпался. Жестко, Ярик. Мы им мстим. А, нас склонит. Нет. Вот кабака перевернулась. Все, мы проиграли. Давайте выходим. Я еще такой танк поставлю. Давай, стреляемся с ними. Перестрелка на дудках. Кстати, со стороны так смотрится. Так, давайте взорвем эту штуку. Ярик, какая у тебя еще есть постройка? Показывай. Давайте. Воздушный шар. Во, давай, воздушный шар. Правда, он еще не доделанный. Во, ну все равно прикольно. Полетели, Ярик. Вот тут песенка, вот тут. Куда садиться? Как-то залезть. Вот тут, Димон, смотри.
А, нажимайте, это такая вот штучка. Ну давай, поехали. А меня? Ну, Димон, подожди. Вот ты жук. Ой, у нас что-то бомба наверху. Не знаю вообще, что творится. Димон! Давайте войну устроим на танках. Нормально, да, Димон? А есть у тебя? Давай. Смотрите, вот настоящая ракета. Вот она, вот она. Во, Димон, ничего себе. Она работает? Давай проверим. Да, работает, работает, работает. О, вот тут движков, Ярик, посмотри, сколько движков. Не, не, не взрывайте, надо сейчас глянуть, полететь на ней. А ну давай, Дима, ну резко на ней газони. Так, а надо как-то найти еще, где сзади вперед. Смотри. Ты жмякай все подряд, да, Ярик, как мы всегда делаем? Да. Кто сел за ракету? Все, мы не знаю. О-хо-хо-хо-хо. Ты видишь? Ничего себе! Это что за капуста? Блин, круто сделано. А теперь эта кабака должна заехать, да? Сейчас мы, короче, уедем. Так, засуньте ее назад. Во. Это такая подставка. Так, а ну полети. О, движки прогреваются, Ярик, смотри. Так, так, так. Так, опа, отсоединяется что-то или нет. Во. А ей ничего, Ярик, смотри, какая крепкая. Я сейчас ее подожду. О, там кто-то власти прилетели. Вот психи. Не, это крепкая ракета вообще. Да, она реально крепкая. Смотрите, крепкая, все равно стоит, ничего себе. Ничего себе, ты когда умрешь? Так, лестницы классные. Нормально, так, нормально. Вот этот город мне нравится, очень крутой такой. Смотри, какая вышка большая здесь. Так я даже отойду, просто посмотрю во весь. Здесь рост. Везде динамит. О, это что? Не-не, здоровый. Это, наверное, включать здоровый. Что-то в доме, здесь, наверное, кондиционер. Кондиционер. Это будка. Это будка? Давай, Димон, заминируем его жестко, а потом взорвем. Давай. Так, где-нигде можно вот поставим динамит. Вышка заминирована. Ой, у меня что-то немножко подвисает даже. Видно из-за многого количества динамита. Чё, я валю. Взрываем. Воу, началось веселье. Димон, это эпик. Ребята, ставьте лайк, если вам нравится такое. А у меня вылетел. Мне тоже. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.